О. С днем рождения. Заходите. Стасик, с девушкой пришел. Эх, где твои 17 лет? На большом каретном. А где твои 17 лет? На большом каретном. А где твой черный пистолет? На большом каретном. А где тебя сегодня нет? На большом каретном. Лена. Вина. Спасибо. Меня зовут Ратибор. Как? Ратибор. А сокращенно как? Не сокращается. Но для удобства можете называть меня Борей. Я буду лепить вас. Обнаженный. Я лейтенант милиции. Нам не разрешают обнаженными. Пустяки. Вы будете обнаженные, но в фуражке. Боб, завязывай. Завязал. Я вас лепить буду. Обнаженный. Почему обнаженный? Одетый? Дежурный. Запиши дежурный номерочек. Это я. У меня целая галерея девушек, Стасик. Вот там. Бюст. А вы хотите обнаженный? Нет. У меня и сам Стасик есть. Где? Покажите. Стас, давай эту, когда я пьян. Давай, прошу, спой. Давай. Когда я пьян, а пьян всегда я, ничто меня не устрашит. Вот. Он тогда сильное ранение получил. Месяц в реанимации лежал. Я очень расстроился, думал, все. И вот, за две ночи изваял. Про всякий случай. Стоит, дожидается теперь. Чего дожидается? Юбилея какого-нибудь. Или другого случая. Слушаю. Стасик! Стасик! Стас! Тебя! Да. Понял. Лех, а? У тебя мускатный орех есть заживать? Есть. Давай. Здравствуйте, Ной Маркович. Вас откуда выдернули? Из театра. Позвонили администратору, в антракте сообщили о вызове. Здравствуйте, Стасик. Здравствуйте, Леночка. А вас откуда? А нас с дня рождения. Чую по мускатному духу. Тело осматривали? Да. И? Первичный осмотр ничего не дал. Это как это? Ни следов крови, ни отверстий на одежде, ничего. Сумочка ее? По-видимому. Сержант, китель снимайте и вот здесь мне расстелите. Ну? Аксенова Татьяна Сергеевна. Актриса Московского дома мод. Дом мод? Актрисы? И что они там играют? Манекенщица. В рабочей сетке нет этой профессии, вот и оформляют их актрисами и актерами. А что они играют, вам лучше не знать.
К чему это? Вам вредно в вашем возрасте волноваться. Свидетели есть? Здесь. Как вас зовут? Надежда Петровна. Надежда Петровна, расскажите мне, пожалуйста, все, что произошло с момента вашего появления здесь, в парке. Значит, 8:30. Нюра, подруга эта моя, Анна Лапина, в гостях у меня была, стала собираться. А я ей говорю, давай провожу до автобуса. А дом мой прямо напротив гостиницы «Золотой колос». А вот эта женщина перед нами пошла. А потом ее мужчина обогнал. Что за мужчина? Прохожий мужчина. Быстро шел так, будто торопился куда. Куртка темная, кепка и чемоданчик, как у сантехника. Потом он женщину, девушку обогнал, потом пошел впереди нее. Потом я голову подняла, ни его, ни ее не видать. Прошли мы немного, а она, говорит, мы как глядь, лежит на земле. Спасибо, девушки. Труп в морг. Елена Владимировна, можно вас на два слова? Ну, а вы что-нибудь, может быть, вспомните как-нибудь тоже информацию, которую вы девушка. Ладно, девушка-то совсем молоденькая. Мы еще думаем, надо же... Куда поедем? Обратно к Лехе? Домой? Или еще? Убери фонарь, я сказал! Миль, пардон, тысячи извинений. Геннадий Иванюшин? Чего? Откуда у тебя ствол? Нашел. Где? Со Светкой в парке гуляли. В кустах увидел. Ну, положим, все так и было. А зачем тебе ствол? Пригодится. Труба, как-никак. В газовой плите можно пришпандорить или подогрею. Металл толстый, снос не будет. Слесарь. Токарь. Свешников? Да, товарищ капитан. Пусть покажет место, где нашел ствол. Угу. Показания запротоколируйте. Ну, а за стволом и за протоколом я кого-нибудь потом подошлю. С ним-то что делать? С Геной. Гена пусть в отделении посидит. Я судебно-медицинский эксперт. На основании судебно-медицинского исследования тела гражданки Аксеновой ТС 28 лет прихожу к заключению, что смерть Аксеновой наступила в результате проникающего ранения левого легкого и сквозного ранения сердца с последующей тампонадой его, причиненного длинным, не менее 17-18 сантиметров, остроконечным орудием, действующим по направлению своей продольной оси. Вероятнее всего, толстым шилом. Ничего себе! Шилом? Серьезный инструмент. Это уже какое-то душегубское оружие. Но, как я понимаю, на ограбление не похоже. Все вещи, кольцо, сережки, все на месте. Версии? Пока нет. Убитая была манекенщицей. И молодой, красивой женщиной. Вот по этим двум направлениям и работаете. Все. Все свободны. Тихонов остался. Орден тебе хотели дать, а я настоял на звании. Орден что? А, побрякушка. А,
звание – это как-никак прибавка к жалованию. Да и к пенсии, что немаловажно. Спасибо. Пожалуйста. Что делать-то будем? Не знаю. Ты уж седой весь. Покраситься? Все управление про с Еленой судачит. А если это любовь? Любовь у мужчины бывает два раза в жизни. Один раз в школе, стихи писать. Второй раз в ЗАГСе, чтобы детей рожать. Остальное блуд. С женой у тебя как? Разводимся. Дочь? Там совсем беда. От рук отбился. С хиппи связался, с длинноволосыми. Вот видишь. Значит так. Заканчивай со всем этим. Как? А вот как начал, так и заканчивай. Это же приказ такой. Приказ. Слышите, Жлобы? К вам из милиции. А что? Аварии не было. В отразвитель вроде тоже никто не попадал. Бензин мониторим. Что надо-то? А, скажите, вы вчера на конечной остановке возле ботанического сада не заметили человека в темной куртке, в кепочке и с чемоданчиком, с которыми сантехники ходят? Заметил. Не может быть. Ну почему не может? На конечной пассажиров было мало, а этот он сразу ко мне подошел и абонемент мне книжечку купил. А где сошел этот человек? Ну, этого-то я тебе подсказать не могу. На следующей остановке уже народу много зашло. А что он натворил-то? Человека убил. Да ну. А так и не скажешь. А скажите, а вы смогли бы узнать этого парня? Смог бы. Я же с ним разговаривал, когда он талоны покупал. Если вы еще что-то вспомните, или если вдруг встретите этого человека, позвоните, пожалуйста, вот по этому номеру, спросить майора Тихонова или меня. Моя фамилия Лаврова. Лейтенант Лаврова. Я могу уйти? Останьтесь, пожалуйста, к вам тоже будут вопросы. Зайдешь ко мне, если будут. Она была красивая. Это, пожалуй, все. А какой она была работник? Как все. По подиуму ходила. Домашний адрес? Да вы что? Ну, за кого вы меня понимаете? Домашний адрес манекенщицы. Я сейчас вызову начальника отдела кадров, и она принесет нам учетную карточку Аксеновой. И личное дело. Ко мне в кабинет личное дело и учетную карточку Аксеновой Татьяны. Слушайте, у нас завтра подача осенне-зимней коллекции. Ничего не успеваем. Все сроки прошли. Штурмовщина. Она, сучка. Чем я могу помочь? А нельзя ли вот это вот ваше мероприятие перенести на завтрашний день, на вторую половину дня? А лучше вообще на послезавтра. Ну, знаете, какая-то логика в ваших словах есть. Аксенове-то торопиться некуда, ей же ничем не поможешь. А жизнь? Жизнь, она продолжается. Надо же премии прогрессивки получать, план выполнять. И почетную грамоту за победу в социалистическом соревновании. А я понял. Я вот только сейчас понял. Вы пытаетесь свои семейные проблемы переложить на наш коллектив и на меня лично. Я не согласен с вами. Можно? Я буду с вами честен. Я пока не могу сформулировать. Но я чувствую, вы что-то от меня скрываете. Привет, девочки. Стучаться надо, мальчик. Ой, я вас знаю. Вы муж Анастасии Михайловны, да? Станислав Александрович. Скажите, а где место Татьяны Аксеновой? Третий столик.
Ключа нет? У Татьяны ключи. А шпилька есть? Есть. А Татьяна знает, что вы ее шкафчик взламываете? Нет. Татьяна не знает. Мертва Татьяна, убили ее. Как? За что? Вот мы и пытаемся выяснить, за что. Любовь – это ваза, а ваза – стекло. И как все стеклянное, бьется легко. А что у нее с любовью было? Была. Была любовь. Была у нее любовь, горько. От этой любви она в Москву избежала. Такая драма. Первая любовь была, он под лицом оказался. Имя знаешь? Нет. Не говорила. Танька вообще закрытая была. У нее здесь любовник был. Горелова. Кинорежиссер известный. Кто? Клим Горелова. У него последняя картина вышла. Под покровом ночи. Видели? Нет. У нее еще один друг был. Он ей машину обещал купить. Пятерку. И Виктор Николаевич из Министерства торгового флота. Очень солидный мужчина. И еще этот хной крашеный хмырь. Главный редактор. А Кольку бармена помните? Стоп! Стоп! Вы хотели мне что-то сказать? Не что-то, а факты. Дома мод через Внешторг были закуплены образцы западной модной одежды для изучения и копирования. В том числе пиджаки мужские, итальянские, сложно сшитые. Модельеры Жан-Франко Терра. Подождите. Это серые такие, вот со вставками и заплатами. Они. Три штуки. Пиджаки были оформлены как неликвид. И купленные директором дома мод Куприяновым Игнатом Петровичем по цене 12 рублей за штуку. Один из этих пиджаков вы сегодня на нем видели. 12 рублей? 12. В то время как в комиссионном магазине итальянский пиджак устаревшей модели стоит 150 рублей. Как вас по имени-отчеству? Светлана Николаевна. Светлана Николаевна, вот вы сказали, что пиджаков было три. Три. Вот документ. Три. Один на Игнате. А где еще два? Пока не выяснила. Но я этим займусь. Не надо. Уступаю профессионалу. И еще один к вам у меня вопрос. Слушаю. Что вы скажете о манекенщице Аксеновой Татьяне? Проститутка. Как и все остальные. Так называемая манекенщица. Спасибо. Сейчас похоже на средневекового рыцаря. Круглого стола. А, это? Да. Это молодой итальянский модельер Джан-Франко Ферре. Очень талантливый. Правду говорят. Здравствуйте, товарищ майор. Ты кто такой? Как сюда попал? Лейтенант Савельев. Зовут Александром. Как попал сюда? Сам Шарапов пустил.
Буду у вас стажером. Не будешь. У нас уже есть стажер. Лейтенант Лаврова. Лейтенант Лаврова с сегодняшнего дня переведена в другой город для продолжения стажировки. А меня к вам прикрепили. Товарищ генерал приказал. Да мне плевать. Хоть маршал Буденный Семен Михайлович. В следующий раз, когда захочешь куда-нибудь войти, стучи и ноги вытирай. Ну, и Маркович, что у вас? У меня вот что. Видите ли, Стасик, в подобных нашему случаях ткань очень плохой следовоспринимающий объект. И только в редких случаях, в очень редких случаях, ткань фиксирует форму орудия, которое на него воздействовало. Я провел эксперимент. Шилами круглой трехгранной формы прокалывал платье в нескольких местах. Ну? И во всех случаях наблюдались разрывы нитей. Фототаблица номер 1. То есть это не шило? Пуля. Пуля? Пулька. Мелкокалиберное оружие. И это значит... И это значит, что предстоит повторное вскрытие трупа. Возьмите меня с собой. Слушай, Савельев? Я. Положим, нарушить приказ генерала я не могу. Какое-то время ты будешь болтаться у меня под ногами. Но это моя собственная машина, купленная за мои деньги. И я буду возить не того, кого хочу. Зачем вы так? Я не виноват в том, что товарищ генерал назначил меня к вам в группу. Я счастлив был, что буду учиться у вас. А вы так? Эй, Савельев! Чего? Чеши в 25-е отделение милиции, что на Ботаническом саду. Там должен быть ствол винтовочный, что вчера ночью в драке изъяли. Скажешь, что от меня. Изымешь ствол и доставишь Ною Марковичу Халецкому. Понял? Так точно. Чеши. Привет. Здравствуй. Куда тебя? В Казань. А что там? Банда Фазиева. Кличка Джаник. Ты его знаешь? Брал несколько лет назад. Ты будь с ним осторожна. Урод конченый. Хорошо. Калиберная винтовка? Именно винтовка? Винтовка. А где стажер? На задание. Точно? Точно. Что-то получается. Подозреваемый тот, которого вы видели свидетельницу? Нюра Лапина и Надежда Семеновна. Видели, как она шла? Ее обогнал парень. После этого
Она упала. Как так? Если он ее убил, она должна была упасть сразу же. А она упала только после того, как парень ее обогнал. Судмедэксперт, производивший вскрытие, утверждает, что хотя смерть наступила мгновенно, паралич сердца, Аксенова могла еще по инерции пройти 3-4 шага. Но и Маркович полагает, что выстрел был сделан издалека. Почему? Полностью отсутствуют характерные следы близкого выстрела. Да и выстрела никто не слышал. Вот теперь смотрите. Это тропинка. Тропинка, по которой шла убитая Аксенова. Это парень, который шел за ней. Это свидетельница. Нюра Лапина и Надежда Семеновна. Теперь смотрите внимательно. Можно попасть в Аксенову, не задев парня, который шел за нею. Но только с верхнего этажа. А это значит? Снайпер. Правильно. Снайпер. Теперь спрошу вас. Кто такая гражданка Аксенова? Что она такого наделала в жизни, чтобы надо было нанимать профессионального снайпера, чтобы ее убить? Да. Ну что? А вы ищите того парня, что шел за Аксеновой. И оружие. Стой! Токарь Гена. Здрасте. Сядь здесь. Зачем его приволок? Раскрыл попутное хищение государственной собственности. Он готов подписать явку с повинной. Готов. Бумагу давай. Убийства нет, не раскрытого. Давай убийство до кучи подпишу. Чего он похитил? Он в рабочее время на своем заводе, на государственном станке трубки для водогрея вытачивает. Угу. Статья 89, часть 1. Как твоя фамилия? Ванюшин. Все, Ванюшин, иди отсюда. Че? Вали. Ну, я пошел. Ругаться будете? Ну, за что? Он же признался. Знаешь, за что нас легавыми зовут? За приставучесть. Тебя зачем посылали? За стволом. Майор Тихонов. Товарища Лавровой нет. Кто спрашивает? Какой маршрут? Сейчас мы пришлем к вам человека нашего. Лейтенант Савельев. Вперед! Переступили. Мы уже не могли быть такими, как раньше, но все осталось тоже, и глаза, и руки. И даже та привычка потерять кончик на пальце виски, когда ты в замешательстве или в затруднении вливаешь. Я не могу! Не могу я! Слышать эту херню! Стана.
Клим, скажи этому сценарному придурку, что эти тексты не только произносить невозможно, но и слушать противно. Что? Обед. Обед! 40 минут! Здравствуйте. Привет. Чем могу быть полезен? В каких отношениях вы были с Татьяной Аксеновой? Мы дружили. Как долго вы дружили? 2, может быть, 3 года. Я, честно говоря, не помню. Вы состояли с ней в интимных отношениях? Послушайте. Слушаю. Ну, я не намерен отвечать на ваши гадкие вопросы. Джентльмен? Пытаюсь. А что джентльмен делал с 9 до 11 вечера во вторник? Я был дома. И свидетель есть? Нет. А вот это плохо. Это очень плохо, гражданин Горелло. Послушайте, не получится у вас на меня смерть Татьяны повесить. Вешают пальто на вешалку. А я расследую убийство молодой женщины, которая с вами дружила, как вы говорите, 3 года. Говорят, вы ей покровительствовали? Ну, я ей помогал. Чем? Устроил работать манекенщицей в московский дом моды. Как? Познакомился с директором дома моды, Игнатом. А сам-то ты как с ней познакомился? Меня друг познакомил. Фамилия, имя, отчество друга, адрес, место работы и должности. Боголюбов Александр, главный редактор газеты «Вечерняя Москва». Да, разнообразные знакомства были у девушки. А вот этот редактор, Боголюбов. Александр. У него какие с ней были отношения? Ну, и он ей помог прописку сделать, потом с комнатой. Так что она, получается, была у вас вроде переходящего вымпела. Слушай, Горелло, ты из города не уезжай. Я звонить тебе буду. Простите, пожалуйста, но у меня киносъемочная экспедиция. Это ты забудь. Привет, Клим. Привет. Здравствуй, папа. Галка, ты что здесь делаешь? А я в театральный решила поступать, на актерский. Клим Васильевич обещал мне помочь. Я боюсь, Клим Васильевич не сможет тебе помочь. А что так? А у него блат накрылся. Клим Васильевич? Да. К сожалению, так получилось. Это вы все из-за мамы бодаетесь? Возвращайся, пожалуйста. Ты еще полавтобуса арестуешь за измену родине, например. Рассказывайте. Че рассказывать? Парень вошел, я гуданул 2 раза. Этот вот подошел к нему и культурно так попросил документы предъявить. Парень не отказал. А вот потом херня пошла. А что случилось? Этот ваш автобус остановил всех на улицу, пассажиров, а меня заставил на автобусе рейсовом его и вот этого парня к вам на Петровку везти. А у меня, между прочим, план. У меня касса. Социалистическое соревнование, бляха-муха. Ну а как мне задержанного доставить было? Не на троллейбусе же. Тем более, что задержанный подозревается в убийстве. В каком убийстве?
Ты же мне сказал минутное дело милиции помочь. Человека опознать. Правильно вас в народе легавыми зовут. Я его узнала. Узнала я его. Это он. Это он за покойный с эшелон душегуб. Ты чего, тетка? Вымела вчера до хрена. Не подходи ко мне. Я тебя в первый раз здесь вижу. Не подходи ко мне, не умею. Молчать! Ты сядь вот сюда. Вы обе подпишите опознание и домой. Ты. Че я? Молодец ты. Спасибо тебе за сотрудничество и мужество. Да ладно, что? Выпишу тебе справку, чтоб с кассой тебя не мучили. Ну и грамоту благодарственную от управления. Еще раз спасибо, счастливо. До свидания. До свидания. До свидания. Стрелять умеешь? В армии служил. Оружие дома есть? Нет. Проверим. Пожалуйста. В чемодане что носим? Ну вот оно. Шило. Это не шило. Это радиоотвертка. А ты радиомеханик. А что, нельзя? Ну почему? Можно. С шилом, слава богу, разобрались окончательно. Этот мотивчик мы отыграли. Остается ствол. Ной Маркович. Установлено совпадение индивидуальных особенностей канала ствола оружия, пули и ширины и крутизны следов от полей нарезов. Отмеченные признаки дают основание сделать вывод о том, что пуля, изъятая из тела Аксеновой ТС, стреляна из представленной на исследование винтовки номер БВ-80-62-37 производства Тульского оружейного завода. Фототаблицы прилагаются. Ной Маркович, позвольте я вас облобызаю. А что мне делать? Тебе. По правде, тебе лучше вообще ничего не делать. Ну ладно, записывай. Завтра утром позвонишь в город Тула на оружейный завод в отдел сбыта. В отделе сбыта. По номеру винтовки. Установишь дату выпуска. Это раз. По дате выпуска установишь номер партии. Это два. По номеру партии тебе скажут, на какой накладной эта партия была отпущена. Это три. Ну, а по накладной легко установить получателя. Это четыре. Все. Нет. Да? Что я забыл? Вы не проставились за майора. Здорово, Лёв. Здорово. Я поживу у тебя недельку, Лёв. Живи. Чё, печально такое? Ратибурсу вчера за каш перехватил. Вот я с горя и от гнева пью. Я вижу. Большой заказ? Большой. 20 000 целковых. Партизанка перед казнью. Мои коллеги, менты, эксперт-криминалист Ной Маркович Халецкий. Здравствуйте. Мы мое новое звание должны отметить. Алексей. Наш стажер Сашок. Вы так смотрите на меня? В прошлый раз вы женщины были. Это не он. Не он. Да? Ну ладно. Александр, скажите несколько слов в честь присвоения Станиславу Александровичу звание от лица молодежи, так сказать.
Уважаемый Станислав Александрович, для меня, для нас, молодых следователей, честь. Нам вас всегда ставили в пример в высшей школе милиции. Мы даже на занятиях разбирали ваши дела. Да за одну скрипку Страдивари вам памятник при жизни поставить надо. А у меня есть. Леха, покажи меня. Очень похож. Как живой. Слов нет. Определений нет. Я с таким не сталкивался. Не встречался с таким в своей жизни. Это какой-то... культ личности какой-то. Кто зачинщик? Зачинщик кто? Тихонов. Я.
зачинщик. Ну, Марк, ты-то как? Старый дурак оказался в этой компании. Вы забываете, товарищ генерал, что я член следственной группы под руководством майора Тихонова. Напоили. Напоили, старика. Нет у вас совести, мерзавцы. Ему на пенсию завтра, послезавтра! А ты... Ты почему не оставил эти эти преступные действия коллег? Не мог. Не мог? Или не хотел? Не мог и не хотел. Он не виноват. Молчать! Всем строгий выговор. С занесением в личное дело на майора Тихонова будет подано представление о понижении в звании. Кругом. Шагом марш. Ну, давай, пока суть до дела. Про ствол? Ну, конечно. Докладываю. Винтовка ТОС-17 была выпущена Тульским оружейным заводом 23 января 1969 года и по накладной номер 23-12-34. В апреле 69 года была продана городскому клубу ДОСААФ, а 25 июня 69 года из помещения Рижского клуба ДОСААФ были похищены различные предметы, и, как сообщил мне тот же товарищ, вышеуказанная винтовка. Тогда я позвонил в главное управление дел Рижского горисполкома майору товарищу Мейер Штокманису. Товарищ Штокманис просил прислать ориентировку, но на словах сообщил, что тогда в ходе следствия был установлен и разыскан гражданин Погосян Сурен Ашотович, совершивший эту кражу. Похищенную винтовку Погосян продал на рынке за 45 рублей неизвестному мужчине, местному прибалту, как он выразился. Погосян заявил, что при встрече мог бы опознать этого местного прибалта, однако принятыми мерами розыска установить покупателя винтовки не удалось. Сам Погосян содержится в Ярцевской исправительной трудовой колонии, почтовый ящик 334. Ну что, едем в гостиницу? Здрасте. Здрасте. Как вас зовут? Рогнеда Трифоновна. Рогнеда Трифоновна. А будьте любезны, мой ключик от номера. Спасибо. Рогнеда Трифоновна. Да. А расскажите мне без утайки, кто живет в номерах с окнами на Ботанический сад на верхнем этаже? В 32-м, в 33-х номерах командировочные. Все по броне. Фамилии, имена, отчество, номера паспортов, учетные карточки и записи в журнале регистрации. И лично для меня информация. А где сейчас постояльцы? Нету их. А вы во время дежурства ничего подозрительного не замечали? Да нет. Ну, на нет и сюда нет. Можно телефончик? Благодарю вас. Студия «Мосфильм». А будьте добры, режиссера Горелова. Это друг его. На съемках? Допоздна будет работать. Это замечательно. В смысле, я вечером перезвоню. Ной Маркович, Савельев.
осмотрите пока номера и личную площадку на предмет установления места, откуда стреляли. А я только проверю кое-что и обратно. Вы знаете? Что? Да нет, ничего. Показалось. А то наговорю на невинного человека. Невинны, Рагна Трифоновна, только новорожденные младенцы. И то, пока их не вынесли из роддома. Скажите тоже. Поверьте моему богатому опыту, что все-таки. Вот вы вернетесь, я вам расскажу. Я вернусь. Два громилы. Гоп. Бери-бери-бубия. Один я. Другой говорил. Гоп. Бери-бери-бубия. Заходим в ресторан. Гоп. Дири-бири-бумбия. Гаврила врыла я в карман. Гоп. Дири-бири-бумбия. Хулиганку быстро шьют. Гоп, не бубия. И ведут в народный суд. Гоп, дири-дири бубия. Нас подняли чин по чину. Гоп. Дири-бири-бумбия. Дали в рыло. Дали в спину. Гоп. Что там у тебя? Что за кино? Высокохудожественное. Иди, покури пока. А если пленка порвется? Иди. Кто эти люди? Одного из них вы знаете, это кинорежиссер Горелла. Он там в кожаном жилете с заклепками. Второй – Куприянов Игнатий Петрович, директор Московского дома моды. Ну и третий – Боголюбов Александр, главный редактор «Вечерней Москвы». Ужас. Я же «Вечернюю Москву» выписываю более 40 лет. А вы подпишитесь на литературку. Да я тебе... Как добыл? С нарушением 5 статей Уголовно-процессуального кодекса. Женщина кто? Убитая Аксенова.
Так что мы с Горелой решим? Не даст прокурор Сенсей. Не даст. Пленка-то как добыта? Незаконно. Не даст. Но мы его прищучим. Все, уносим. Стойте! Рогнеда. Вы ее знаете? Панаев, следователь бабушкинского РУВДа. Знал. Не надо. Я вас знаю. Вы Тихонов из Мура. Рассказывайте. Да особо рассказывать нечего. Убили ее не здесь, убили ее там. Там на аллее скамейка стоит. Вот у скамейки и убили. Потом уже тело сюда затащили. Есть отчетливый след волочения. Уносите. Охо-хо. А сумочка? Где ее сумочка? Да вот она. Женская сумка – это как пещера Аладдина. Пойди сюда. Китель снимай и вот здесь расстилай. Не счесть сокровищ в дамских редикюлях. Что это? Смола, да нет, не смола. Разрешите? Мумиё. Сейчас все с ума посходили по этому мумиё. Пьют его, мажутся им от всех болезней. Так что, это лекарство? Окаменевший помет летучих мышей. И что, люди пьют это говно? Еще как. Бешеных денег, между прочим, стоит. Сколько? Ну, это рублей 150. 150 за мышиную срань? С ума все посходили. Лупа есть? Найдется. А газетка-то не местная, не московская. Газетку с дерьмом я забираю. Ага. Остальное твое. Почему Рогнеда с работы ушла? Смена закончилась. Сменщица пришла, она собралась и пошла. Кто-нибудь позвонил ей. Может, она записку получила. Мы не знаем. Свидетелей не было. Пришла смена, собралась и пошла. Больше ничего, ничего не говорила. Просто ушла! Лестница используется обычно обслуживающим персоналом. Горничные, администраторы, монтеры, слесари. По сути, это черный ход, ведущий в гостиничный двор. Здесь часов вечера обычно двери забирают. Обычно. А в день убийства? Дожаться, что запирали. Возле черного хода служебный туалет. Он тоже забирается. Ключи у администратора. Вас как зовут? Мариной. А от служебного туалета ключ у вас где? Сейчас. Нету. Понятно. Вы не расстраивайтесь, найдется. Всегда здесь был. А ключ от черного входа?
А черного входа у администраторов ресторана, они им в основном пользуются. Поэтому и ключ у них. Мумиё? Да. Оно действует для меня как успокоительное. Помогает? Исключительно. А если не секрет, откуда зелье? Жилец презентовал из 32-го номера. У него друг на Памире геологом работает, он ему и привозит. Очень успокаивает. Можно посмотреть? Конечно. Хотите, я вам отщипну кусочек? Нет, спасибо, у меня есть. Правда, мой с Кавказа, хочу сравнить. Но этот лучше. Ой! Памирский, да ну что вы, что вы? Простите, ради бога, я подниму, мне не трудно. Уборщица уберет, не волнуйтесь. Уборщица уберет. Вот, вот, пожалуйста. Спасибо. Вам спасибо, Марина. Вы нам очень помогли. Теперь проверим двор. Через двор можно попасть к восточному выходу в ботанический сад. 5 минут. Быстрой ходьбы. Закрывают? В 10 вечера. Служебный туалет. Хочу дождаться постояльца 32-го номера. Как его? Лагунов. Так он здесь, в ресторан пошел покушать. Здравствуйте. Разрешите? Чего, мест нет? Вы Лагунов? Допустим. Следователь московского уголовного розыска Тихонов. Так бы сразу и говорили. По убийству? Дмитрий Михайлович, вы когда узнали про убийство? Да сразу же. Я как... За ключами пришел, времени около 11 было. Мне администратор Рогнеда и рассказала. А теперь Рогнеду вам не предлагаю, вы при исполнении. А из гостиницы вы задолго до убийства-то ушли? До которого? До того, что было 2 дня назад. Так я же не знаю, когда убили-то. Ну... Вечная им память. Кормят здесь погано, но окрошка знатная. Все из-за кваса. Квасок местного районного заводика. Они его по довоенной технологии делают. На сухарях, на изюмчике. А не на порошке, как все. А вы где были в вечер первого убийства? Нет, ну... Ничего не остынет. Отвечайте на заданный вопрос. Крутенько. Нормальненько. Когда крутенько будет, я предупрежу. Ну ладно, в театре я был. В театре? В каком? В большом, елки-палки. Чего ждавали? Этого, ну как его, князя Игоря.
О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить. Спасу я честь, спасу... А Кантика-то кто пел? Кого? Хана Половецкого с такой вот бородой. А пес его знает. У меня ж программка есть. Вот, пожалуйста, народный артист СССР Ведерников. Хорошо. А вы, когда уходили, кому из дежурных ключи сдавали? Рогнеде. А когда приехали, у кого брали? У Рогнеде. Ну что ж, на сегодня все. На сегодня? Вы что, и завтра меня собираетесь мучить? Я же ничего больше не знаю, да и до дома мне пора, я билет взял. С отъездом придется повременить. Подозреваете? Да. Во влип. Приятного аппетита. На, научите это последний раз. Надо понятых вызывать. Не надо. Ты, значит, улики добывал? Прошу. Леви. Слушаем. Эксперт Халецкий. Следователем Тихоновым был передан на экспертизу комок вещества неизвестного происхождения, обозначенный как мумиё, завернутый в обрывок газеты. Состав вещества. Древесная смола вперемешку с техническим жмыхом. Газета. Горьковский рабочий за 9 мая 1979 года. У меня все. Теперь ты. Горело в реанимации. У него черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что его вытащат. Но когда он сможет давать показания и сможет ли вообще говорить, они не знают. Горело – это второй персонаж из фильма, который вы видели, на которого совершено нападение. Первый – Аксенова. Остаются двое. Главный редактор Боголюбов и Куприянов, директор Дома мод. Один из них – заказчик, а Лагунов – исполнитель. Между прочим, Аксенова и Лагунов, что доказывает в том числе отрывок газеты, из одного города, из Нижнего Новгорода. Ну, из города Горький.
Действуйте. Тихонов, сначала берешь Лагунова, а потом всех остальных. Есть. Ну, а ты, лейтенант Савельев, поедешь в Ярцевскую колонию и покажешь Погосяну Сурену Ашотовичу фотографию Лагунова. Не ему ли продал Ашотович мелкокалиберную винтовку? Когда ехать? Сейчас. Где Лагунов? Ушел. Собрал вещи и ушел. Когда? Давно, уже часа три назад. Перекрыть все выезды из города, аэропорты, вокзалы, разослать фотографии Лагунова, а мы едем брать остальных. Извините, я не понимаю, почему я здесь. А в кино очень любите сниматься. В каком смысле? Да бросьте вы, Куприянов. Все вы прекрасно понимаете. И фильм с вашей выдающейся ролью уже приобщен к делу. Статья 228 Уголовного кодекса РСФСР. Сбыт и изготовление порнографической продукции. До 3 лет. Я не изготовлял и не сбывал. Договоримся мы с вами так. Если вы все расскажете, пойдете как свидетель. А будете упираться, запишем вас в соучастники убийства. Где и как вы познакомились с Лагуновым? Быстрый ответ. С Лагуновым мы познакомились в Плесе. Он там работал егерем. А с Горелым мы приезжали туда отдыхать, и Лагунов пригласил нас в баню. Ну, выпивка... Девочки, ну, вы понимаете. Нет, я не понимаю. Это там он познакомил вас с Аксеновой? Да. Он был что-то вроде посредника, ну, вы понимаете. Да нет, не понимаю я, Куприянов. Кто предложил снимать кино? Горело? Да, он. Он сказал, что может получиться очень хорошее кино в стиле Пазолини. Это итальянский режиссер. Знаем, слышали. А как у вас произошел конфликт с Аксеновой? Конфликта никакого не было. Татьяна попросила привезти ее в Москву. Я устроил ее на хорошую работу в доме мод. Ей этого было мало. Она попросила, чтобы ее стали снимать в кино, в настоящем кино. Но Клин ей дал небольшую роль в своем фильме. А потом она вообще стала нас шантажировать. Он требовал трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Но согласитесь, это уже слишком. Нет. Не соглашусь. Дальше. Мы попросили Лагунова с ней поговорить. Просто припугнуть. Поверьте, правда, я никогда не мог себе представить, что он ее убьет. Слушайте, вы вообще, по-моему, думать ни о чем не можете. Каких-то элементарных вещей не понимаете. Что Лагунов... расправившись с Аксеновой, начнет заметать следы. Горело уже в реанимации. На очереди вы, Куприянов. Клин в реанимации? Я этого не знал. Товарищ Тихонов, вы должны меня защитить. Вы просто обязаны это сделать. С одним условием. Если вы мне скажете, где сейчас Лагунов. Лагунов у меня на даче, я могу показать. Ну, коммунисты в Бога не верят? С Богом. Не подходи! А ты не стреляй! Выбрось стволы, выходи с поднятыми руками!
Не ходи! Не дури, Лагунов! Дом окружен! Если тебе о чем-то это говорит, работает мур. Ложись! Картечь. Зачем стреляешь? А ты не ходи! Каждый выстрел плюс 5 лет строгого режима. Все равно больше пятнашки не дадут. Да! А как же высшие меры социальной справедливости? Расстрел. Ну тогда я еще постреляю, раз все равно вышка корячится. Стой! 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 Вот это да! Какая вещь! Ну чего? Милиция! Что везем? Говно. Отлично. А скажи, пожалуйста, будь добр. Вот эта твоя физгармония, она на реверс работает? А как я все сливаю? А рукав у тебя сколько метров? 20 метров будет. А надо-то чего? Органам помочь. Готовы? Да. Давай! Ходу! Помогите! Останови ты ее! Пожалуйста! Сержант, откройте окно. Непереносимая вонь. Да, а мы привыкли. Здравствуйте. Здравствуйте, присаживайтесь. Спасибо. Наручники не снимете? Снимите. Ну, будете каяться или пойдете в суд? На одних следственных доказательствах. Каяться в чем? В убийстве 2 человек и в покушении на убийство 3-го. Это помимо остальной мелочи. Как, кто? Организация притонов, изготовление и распространение порнографических материалов, оказание сопротивления сотрудникам милиции. В последнем согласен. Чистосердечно раскаиваюсь в содеянном, отпираться не буду и готов понести заслуженное наказание. Значит, убийство отрицаете? Отрицаю. Никого не убивал. Даже слушать смешно. Да и никаких доказательств моей причастности к убийствам у вас нет и быть не может. У меня алиби. Будут. Будут доказательства, Лагунов. Я тебе обещаю. Товарищи, ищем ключ. Вот такой.
когда найдете, руками ни в коем случае не трогать. Сразу зовите эксперта-криминалиста товарища Халецкого. Ной Маркович, предъявите себя. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем понятно все? Точно! Командуйте, товарищ капитан. Движение цепью в направлении 17 градусов на северо-восток. Интервал 2 метра. Работаем приборами одновременно. Слева направо, как косари. Чтобы не задевать друг дружку сигналоснимателями. По нахождению объекта 2 свистка. Во всех остальных случаях 1. Наушники надеть! Шагом! Марш! Стасик, я впервые увидел вас в форме. Ну и как? Умопомрачительно. Вам очень идет. Вы приобрели с этой формой значимость и мужественность. А еще я вам хочу, Стасик, сказать, что меня терзают сомнения. Какого рода? Я ознакомился с путеводителем по ботаническому саду. Общая совокупность территории этого парка почти 200 гектаров. Я примерно математически подсчитал. На эту территорию, учитывая количество солдат, учитывая скорость их передвижения, они будут искать года полтора-два при условии круглосуточной работы. Что подводит экспертов и преступников? Что? Самоуверенность. Да, Ной Маркович, самоуверенность. Ведь Лагунов думал так, как вы. Хрен мы найдем на 200 гектарах 5-сантиметровый ключ. Легче иголку в стоге сена найти. Так думал Лагунов. Очень четкие. А я что говорил? Ну, так где твои доказательства? Отпечатки пальцев на найденном ботаническом саду ключи от служебного туалета гостиницы «Золотой колос» идентичны отпечаткам пальцев подозреваемого Лагунова. Все? Нет, не все. Докладывай. Заключенный Ярцевской исправительной трудовой колонии Погосян признал на предъявленной ему фотографии подозреваемого Лагунова, человека, которому он продал похищенную им мелкокалиберную винтовку 117. Показания Погосян запротоколированы в присутствии понятых и свидетелей. Вот теперь все. Аксенова стала у них чем-то вроде кинозвезды и желающей поперемен со всеми. И потом она, конечно, начала их шантажировать. Сначала потребовала устроить на работу, устроили манекенщицы. Потом потребовала квартиру в Москве. Сделали однокомнатную на окраине.
потребовала трехкомнатную в центре. Вот тут их жадность и задушила. Они позвонили Лагунову и попросили, чтобы он успокоил ее. Лагунов поселился в гостинице, позвонил Аксеновой, попросил встретиться, она приехала. Он ее провел через черный ход по служебной лестнице, чтобы никто не видел, к себе в номер. А когда понял, что с ней договориться не удастся, также вывел ее по черной служебной лестнице и пошел к себе в номер, зная, что она пойдет через пустырь. Собрал винтовку, сделал радио на всю мощность. Выключил свет, открыл окно. Егерь. Профессиональный стрелок. Поэтому убил одним выстрелом на повал. А эта женщина, Рогнеда, ее за что? С Рогнедой любезничал. Подарил ей мумию. Разговоры разговаривал. Потом, когда она отлучилась ненадолго, стырил у нее ключ от служебного сортира. Рогнеда могла догадаться. Вот он и подстраховался. Беда. Да уж. А это твоя? Кто моя? Твоя последняя любовь. Я ее ваять собирался. В командировке. Девушка, милая, как вас звать, Тома? 72-я, жду дыхание затая. К дьяволу все линии, я завтра уезжаю. А вот уже ответили. Ну, здравствуй. Здравствуй. Это я.
А? Яр! А? Что с тобой? Пистолет заклинило. Что тебе снилось? Ну что обычно, снится милиционер. Стрельба да погоня. Ты все время ночью кричишь. Может, мне таблетки попринимать? Я смотрел в американских фильмах ихний полицейский. Они утром стакан таблеток запили кока-колы и вперед с наркомафией бороться. А у наших отечественных уголовников это называется сесть на колеса. В Дом кино тебе надо поменьше ходить. А где-то бушует сексуальная революция. На экранах Дома кино? И там. Что на завтрак будешь? Помимо таблеток и стакана колы. А что есть? Яичницу. А что тогда спрашивать? Я могу еще гренки пожарить. Какой ужас. Ты похожа на бабочку. А ты на шершни. Я впереди сяду с папой. Ради бога. Здорово, пап! Привет, привет! Привет. Здравствуй, Рита. До метро подбросишь? Почему до метро? Ты на работу не идешь? Меня попросили Галю Самсонову на дежурстве подменить. И ты согласилась. Мне за это 3 отгула дадут. Делай, как знаешь. Чем ты недоволен? Я всем доволен. Пап, пап. Что? Дай я скорость переключу. Переключай. На какую? Вторую давай. Молодец. Я на сутки ухожу. Ты не волнуйся. Мама Вовку заберет. Здравствуйте. А майор Тихонов? Стасик? Значит, ты есть. Тот самый майор Тихонов. А я думала, однофамилец. Мало ли Тихонов. Маргарита. Новый судмедэксперт. Угадал. Какая ты стала. Какая? А я вам не мешаю? Да. Лейтенант Лаврова, Елена Владимировна. Очень приятно. Чего мы ждем? Савельев! Я здесь. Это для вас, Елена Владимировна. А это для вас. Больше не было. Приехали. 1.84 рубля. Я же тебе говорил, в 2 рубля уложимся. Выходит, за меня и маму платишь? Нельзя иначе, не могу я пассажиров в такси без включенного счетчика возить. Но я же не пассажир, я сын. Ну, это для меня сын, а для такси ты пассажир. 2 рубля, килограмм мяса на рынке. Ладно, Плюшкин, иди учись. Бабушка в 3 часа заберет. Свободен? Свободен. Ну и чудненько. Поехали.
Салям алейкум. Привет, куда едем? Звенигородская, дом 3 едем. Не местный? Почему так решил? Здороваешься по-узбекски. А это нет. Это я недавно кино посмотрел про басмачей. Там один мужик через всю пустыню конвоирует 15 баб в намордниках. Белое солнце пустыни. Точно. Оно. Так-то я местный, из Брюлева. Меня Олегом зовут, а тебя? Борис. Будем знакомы. Фасохин. Майор Тихонов. Что тут у вас? У нас бомба. Не. Че не? Пока чушку на землю не опустят, мы работать не будем. А кто ее будет опускать? А мне без разницы. Пожарных вызывайте. У них лестница. Шутишь? Какие шутки? У меня инструкция. Объект должен покоиться на песчаной подушке толщиной не менее 100 сантиметров. Или же на земляном подложье толщиной не менее 150 сантиметров. Тогда начинаем работать. Как долго? В милиции всегда так. Ждешь часами, работаешь минуту. Понятно. Вы давно знаете Станислава Александровича? Давно. Я его бывшая возлюбленная. А я нынешняя. Странно это все. Так неожиданно. Неожиданность есть закономерная случайность. Ой, они бегут. Стасик, не делай Лена! Этого! Лена! Лена! Вот такими аплодисментами встречает Родина героев. Что с тобой? Ну что ты? Ну что ты? Ну ничего. Ну ничего же страшного не случилось. Какой же вы, Стасик, все-таки? Мерзавец. Везучий. Мерзавец. Приехали, дом 3. Вам сколько сдачи? Подожди-ка. Четвертак – это только аванс. Мне Боря еще по адресам нужно. Так что я тебя ангажировать хочу. Часа на 4. Но 5 от силы. Ну, не знаю.
Я вообще-то по вызову. У меня, вон, видишь, рация. Ну, придумай что-нибудь. Ну, скажи, рация не работает или колесо спустило. Ну, первый раз, что ли? Ладно, придумай. Таксо! Таксомотор! Чего такое? Тачка занята. Вами? Нами. Найдем другую? Почитаем. Ой, напугал. Здравствуйте. Здрасте, ты кому? К Игорю. Филимонов я. Друг его не рассказывал? Не, не рассказывал. Так Игорька дома нет? Вот те раз. А я прям с вокзала сюда. А. Чего же он меня не дождался? Так он на работе. Вот дает. Говорит, прям с вокзала сюда. Может, что перепутал? Мог. Он мог. А вас как звать величать? Нина Савельевна. Нина Савельевна. Нина Савельевна, подождать пустите? Так у него комната заперта. Так я на кухне. Мне вполне на кухне, я не гордый. Да и чаю попью, если угостят. А что не угостить, угостят. Сейчас вот в магазин сбегаю, вернусь, будем чай с конфетами пить. Вот это по-московски. Вот это гостеприимство. Вот это гостеприимство. Нет. В складчину. Нет. В складчину. Нет. Будем. В складчину будем чай пить. В складчину. Ну тогда я побежала. Ландыш, Ландыш, я 75-й. Ландышек, у меня тут такое дело. Карбюратор вроде накрылся. Только что проходил и накрылся? Да. Проверьте еще раз. Заказ и снимаю. Спасибо. Спасибо. Кто план будет Ну, быстро. Быстро. Теперь на Даниловку поедем. Пожрать бы, кишки сводит. Язва? Нет, Боря. Здоров я, как бык. Просто привык к регулярному трехразовому питанию. Завтрак, обед, ужин. А нам в пионерлагере еще и полдник давали. Да? А в нашем лагере полдников не было. Останови где-нибудь у гастронома по пути. А я думал, самострел. Пистолет выстрелил. А почему мы стоим? Бензин экономим. Мы на городском дежурстве. Передвигаемся только по вызову. И когда будет этот вызов? Не волнуйтесь. Себя не заставит он ждать. А ты что, первый раз на городском дежурстве? Да. А ты же вроде была врачом? Была. Живых людей лечила. А чего же на трупы перешла? Ну, во-первых, мертвых не так много, как живых во время эпидемии гриппа. Во-вторых, они не лезут под юбку лечащему врачу на приеме. А в-третьих, здесь больше платят. Ушакова по мужу? По бывшему мужу. А у тебя как? Все в порядке. Женат. Разведен.
Офицерам врать не положено по уставу. Старшим офицерам тем паче. Развожусь. Друг, не сочти за труд. Сходи за Хавкой. Сходишь? Схожу. А что купить? Возьми водочки, пол-литровку. Колбаски возьми, отдельные полкило. Ничего еще. Паштетика возьми шпротного. Хлебушка. Хорошо. Наконец-то. Торпеда 2 слушает. Звенигородская, 25, ограбление. Ограбление на Звенигородской. Рановато. В самый раз. Сколько в месяц навариваешь? По-разному бывает. 500? Меньше. 400. Не. 300. Ну, около того. Каждый день баранку крутишь? Каждый. По 8 часов. Едем. Смотри. Узрел. Сколько здесь? 6. 5. Должно быть 5,5. Ну ничего, доберем. Зачем показал? Помочь тебе хочу. Ты мне помог. Я тебе. Чем я тебе помог? Поехали. Чем я тебе помог? Ну, как тебе сказать? Менты назовут тебя соучастником. А мы подельником. Ты вор. Нет. Джентльмен удачи. Фартовый парень, Боря. Робин Гуд из Бирюлева. А ты мой этот. Буцефал. Буцефал — конь Александра Македонского. Ну, я и говорю, конь. Поехали. Прости ты меня. Бога ради, прости дуру старую. Прости, Игоречек. Он ведь другом твоим представился. Он фамилию назвал. Какая фамилия? Да не помню я. Сказал, что прямо с вокзала. С какого вокзала? Да ну не помню. И одет был прилично. Куртка такая. Очки у него зарубежные, модные. Фирменные. Ага, зарубежные. Прости меня, Игорюк, прости. Игорь Константинович, а как же вы хранили такую большую сумму? 5000 рублей дома. Есть же заветы. Храните деньги в сберегательной кассе. Плакаты по всему городу развешаны. Но смешно. Нет. Мне горько. Мне очень горько. От людского легкомыслия, благодаря которому совершаются преступления. Я виноват. Почему деньги были у вас дома? У меня очередь подошла. На «Жигули». Завтра надо было получать. Вот получил. Какого? Разрешите?
Скажите, кто-нибудь еще знал, что вы сняли деньги со счета? Кто? Родственники, друзья, знакомые. Никто не знал. Игорь Константинович, может, вы все-таки кому-то сказали, забыли? Может, кто-то слышал ваш разговор по телефону? Я же сказал, никто не знал. И вообще, к чему все это? В каком смысле? В прямом. Ерунда все это. Все равно ничего не найдете. Друзья, знакомые, разговоры телефонные. Это, знаете, понимать надо. Я на нее 10 лет ишачил. В отпуске ни разу не был. Работу на дом брал, шабашил на стройках. Во всем себе отказывал. Рубашки новые за это время ни разу не купил. Но все на нее копил. На машину эту. Тут жить не знаешь, как дальше. А вы все протоколы, допросы, вопросы, ответы. Фуфло, все это не найдете вы ничего. Замок он вскрыл ножом. Очень аккуратно. Профессионал. Ни одной царапины. Слушай, друг, я майор Тихонов из Московского уголовного розыска. Это лейтенант Лаврова, следователь. Это Ной Маркович Халецкий, эксперт-криминалист, ведущий специалист в своем деле. Это судмедэксперт Ушакова. И вот все мы берем на себя обязательство в неделю поймать того гада, который украл твои трудовые деньги, изобличить его и посадить. Ну, а похищенные средства тебе вернуть. Берем мы на себя такое обязательство, товарищи. Да. Разумеется. Беру. Вот видишь? Ну и ты нам помоги. Постарайся вспомнить, кто еще узнал про деньги. Брат мой, Эдик. Ой, так совсем забыла. Он же утром-то приходил. Ну, перед этим, который с вокзала. Где нам найти Эдика, братика? Да он на Новом Арбате. Около магазина «Мелодия» ошивается. Меломан, что ли? Вроде того. Пластинками спекулирует. То не ядец. Понимаешь, какая фигня? Попытка соединить рок и классику вызывает у меня противоречивые чувства. Конечно, альбом концерта for group and orchestra говорит в пользу сильно выросшего в техническом и творческом отношении Blackmore. Не соглашусь с тобой, Эдвард. Здрасте. Здрасте. Мир вам, труженики моря. Что ищете в краю далеком? Что кинули в краю родном? Ищем альбом Who Are You, группа Who. Хороший выбор. Правда, немного странные для дважды краснознаменного Черноморского флота. Почему? У нас каждую субботу дискотека на крейсере. Лучшая в эскадре. А что за крейсер? Октябрьская революция. Так, может, вам марш нахимовцев на дискотеку лучше ляжет? Не дай бог, адмирал услышит группу «Ху». Все расстрел под парусом, как в фильме «Броненосец Потем». Мы хотим «Ху». Ну, «Ху» так «Ху». 150 советских рублей. Тебя что, укачало? Чё? Темно-зеленую трёху видишь? В ней сидит Кент, Джорджик зовут. Да ты не записывай, запоминай. Идите к нему, скажите, что от меня, от Эдварда. Он решит проблемы вашего крейсера. Спасибо. Спасибо. Welcome. Пора. Савельев, давай за матросами, но не спеши. Дождись, пока не деньги передадут и товар возьмут. Давай. А я пойду побеседую с гражданином Киселевым. Менты не против рока. Менты против спекуляции. Ты Киселев Эдуард Константинович? Нет. Извини. Чем торгуем? Ничем. Сидим, о музыке толкуем. Логичный ответ. Чем еще заниматься около магазина «Мелодия»? А это что? Сумка. А в сумке что? Пластинки.
Римский-Корсаков. Вивальди, Рахманинов, Чайковский. Вещдоки, покупатели, иди сюда. Продавец, деньги. Молодец. Буду хлопотать о награждении себя медалью. Всесоюзного хорового общества. Ну-с. Чем я могу помочь следствию? Ну, пойдем, что ли? Куда? На Кудыку. Я не пойду. Давай, Бой. Не, я не пойду. Давай, давай, пошевеливайся. Не пойду. Еще или хватит? Хватит. На вот, кровищу вытри. А мы пока шмон произведем. Сынок, отвечай. Да. Полезай. Здравствуйте. С телефонной станции беспокоит. А что же вы к нам не заходите? Нам новый аппарат пришли с сигнальной лампой вызова. На всем участке меняем. Бесплатно меняем. Как не знали? Мы же объявление вывешивали. Ну, может, мальчишки сорвали? Ну, вы зайдите тогда. Да-да, прямо сейчас и заходите. Ждем. Сыночка своего думай, как бы ему сироткой не стать. Купюры журжат. Все путем, Боря. Во поперло. Во поперло. Во поперло. Люди, помогите, грабят! Что-то расселся, уходить надо! Слышишь? Я не могу, у меня ноги не идут. Вставай, гнида! Я не могу. Как ты говоришь, сыночка твоего зовут? Теперь пошли! Пустышка. В прямом и переносном смысле. Зная, что брат хотел деньги с книжки снять, собираясь купить машину, поехал к нему утром в долг деньги просить. Брата дома не оказалось? Вот он отщипнул 500 рублей на свои нужды. 500 рублей?
А зачем ему такие деньги? Задолжал поставщикам товара. Поехали. Выползай. Отпусти меня. Я не могу больше. Пущу. Еще пару адресов, и все, будешь свободен, как ветер. Выходи. Ну? Я не могу, у меня ноги не идут. Дураки люди. Дураки не лечатся. Вот старая ведьма стерпела бы, смолчала. Жила бы еще лет 100. А она хавала, открыла, кричать принялась. Деньги что? Дело наживное. Сейчас они в кармане шуршат, а через минуту-другую в кармане тихо и пусто. Стоят они жизни. Вот и подумай здраво. Выходи. Ничего. Сейчас второе дыхание откроется. Будешь бегать, как Борзов, а может, и быстрее. Ну, сейчас проверю. Береженого, как говорится. Добрый день. Квартира Смагина? Из автомагазина беспокоит. Ах, супруга! А сам товарищ Смагин на работе? Ага. А с работы, значит, к нам поедет. Ага, ждем. Ждем, ждем. Ждем. Мы до 19 работаем. Ждем. Не волнуйтесь. Здравствуйте. Слушаю. У нас тут такой вопрос назрел. Товарищ вот мой жениться надумал. И что? Здесь ЗАГС, что ли? ЗАГС. Ну, ты скажешь, как отрежешь. А с вами только так. Импорта нету, запись на стенке через 2 месяца. Я ж тебе говорю, мужик женится. Стенка ему понадобится в конце. Но вначале кровать нужна двухспальная, понимаешь? Так, Капитолина, я часа на 2 отъеду. Будут звонить, я в управлении торговли. Да, Аркадий Константинович. Это кто такой строгий у вас? Директор наш, товарищ Смагин. Кровать только полуторная, по записи. Полуторная не подойдет. Простор молодым не будет. Ну так пускай спят по очереди. Занят. А вам куда? На профсоюзную. Не по пути? Я туда. Садитесь. Отлично. Она инженером-конструктором работала. В НИИ ЦНИТ МАШ. 5 лет уже на пенсии. Вдовица. Сын имеется, но он сейчас в отъезде. Куда отъехал? Шабашит на самотлоре. Нефть качает. Давно? Давненько уже, 4 года. Покойница жила тихо, все на лавочке у подъезда сидела. Труп еще не остыл, значит, смерть наступила 1-1.5 часа тому назад. На голове у погибшей обнаружена глубокая рана, предположительно нанесенная тяжелым предметом. Череп проломлен. Кровь на утюге. Старушку утюгом. Звереет народ. А что, топором лучше? У меня на участке такого случая не было. Да не у тебя, у Раскольника. Какой бездушие. Труп человека еще не остыл, а вы шутите. Да она уже не обидится. Неужели вы не понимаете, что в нашей профессии самое важное – сохранять человечность? Мы учтем сказанное вами, Елена Владимировна. Вызывай труповозку.
дорогой мамочке на память от Викторика, Самотлор, 77-й год. Ной Маркович, посмотрите. Телеграмма. Читайте. Приеду в пятницу, ТЧК. Сними деньги, ТЧК. Виталик, ТЧК. А, и вот еще. Талон очереди 0679. На автомобиль ВАЗ 2106 в специализированный магазин по продаже легковых автомобилей ВАЗ. Улица Профсоюзная, 27. Все ищем сберкнижку. В том числе в карманах одежды убитой. Есть! Нашел. Давай. $5000 вчера сняли. Второй эпизод за день. И очень-очень боюсь, что не последний. Ну, тут никакой человечности не хватит. Поехали в МУР. Будем ждать известий. Вы чего, выходите? Не доехали же до Профсоюзной. Портфель давай и валяй отсюда. Не отдам! Не отдам! Не отдам! Не отдам! Ну, как знаешь. Хватит! Не надо! Хватит! Не надо! Хватит! Хватит! Слишком маленький! Помогите!
Ой, горе, горе, горе горькое. Новый костюм. Финский, полушерстяной. 200 рублей. Где брали-то? В синем зале ГУМа. 180 костюм, 20 рублей сверху, итого 200. Итак, сели вы в такси? Сел я в такси. Вот. А с чего так? Вы что, на такси на работу и с работы ездите? Я на работу и с работы езжу в трамвае. А такси я поймал, потому что торопился в автомагазин. Дело в том, что я стою в очереди на автомобиль. Ну и вам позвонили из автомагазина, сказали, что очередь подошла и нужно срочно привезти деньги. Значит, я не первый. Да и не последний, боюсь. Номер машины, конечно, не запомнили. Да нет, конечно. Ну, какие-нибудь детали. Во что были одеты преступники? Может быть, у них были татуировки, шрамы, какие-нибудь дефекты кожи, следы от чирьев, от фурункулов, прыщавость, оспины. Чего я не помню. Как вы сумели вырваться от преступников? В том-то и дело. Этот, который в кожаном пиджаке? Вот. Появился пиджак. Не перебивайте, пожалуйста, потерпевшего. Наставил на меня наган, говорит, портфель давай. А у меня там деньги. Тут на меня какое-то помутнение нашло. Я портфель к себе прижал, что есть мочи. И говорю, не отдам, не отдам! Дальше, пожалуйста. А дальше случилось чудо чудное. Таксист руку с пистолетом схватил и кричит, беги. Я ей побежал. Да, да, этот, в пиджаке который, два раза выстрелил. Таксист и в пиджаке который. Какого цвета пиджак, кстати? Черный. Ну вот ты где, куда они подевались? Я не знаю. Я до первого инспектора ГАИ добежал, и потом к вам. Спасибо, товарищ Смагин. Савельев, проводи потерпевшего. Тихонов. А куда? В 20-е отделение? Хорошо. Такси нашли. То самое? То самое. Надо ехать. Подождите, Елена Владимировна. Я не закончил вообще. Преступники обзванивают и объезжают граждан, которые стоят в очереди на автомобиле. Это значит, что у них есть информация из автомагазина. Или информатор. Вот это вы и выясните, товарищ Лаврова, вместе с стажером Савельевым. Теперь, судя по рассказу Смагина, у преступников конфликт. Может, деньги не поделили, может, еще что не суть. Главное, что они разделились. И нам придется удвоить усилия. Поэтому я принимаю решение разделить нашу опергруппу на две части. Одну возглавите вы, товарищ Лаврова, а вам подчинение стажер Савельев. Ну, а вторая группа – это я, эксперт Халецкий, и судмедэксперт Ушакова. Кто старше, я думаю, объяснять не надо. Савельев, в каком магазине Смагин собирался покупать автомобиль? В автомагазине на Профсоюзной. Вот туда и поезжайте. А мы пока пройдемся до 20-го отделения с товарищем Ушаковой. Благо, недалеко. Как элегантно. На суконном официальном языке это называется использованием служебного положения в личных целях. Это вы о чем? Это я про то, что если вы хотели остаться вдвоем с товарищем Ушаковой, надо было прямо сказать, мы бы пошли навстречу. Пойдем, Саша, будем удваивать усилия. Повод? Как у вас в милиции говорят? Был бы человек, а повод найдется. Пошли пешком. Чего нам в автобусе толкаться? А есть время? Навалом. Тем более тут рукой подать.
Ну, пошли. Знаешь, вот этой модели красная, белая, но не так. А вот этот цвет будет очень хорошо. Пожалуйста, список очередников. Саша, кто из ваших сотрудников имел доступ к этому списку? Я главный бухгалтер, товаровед, и все. Продавцы? Не думаю. У нас здесь, конечно, не военный завод, но документы так сами по себе не гуляют. Собирайте коллектив. Да, собственно говоря, все здесь. Слава богу, банки и два рабочих на складе. Позвать? Не надо. Закрывайте магазин. И печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса, а все-таки жаль. Хорошие слова. Правильные. Согласен. Надо думать о будущем, о настоящем. Что делаешь завтра вечером? То же самое, что и сегодня, и вчера, и позавчера. Я уже 10 лет занимаюсь одним и тем же, воспитываю сына. А чего с мужем развелась? Права твоя девушка. Ты очень деликатен. Она говорила элегантен. Ну и элегантен. Все просто. Нельзя выходить замуж из протеста. Назло другому. Другому это кому? Тебе. Во как! А я думал, это твои родители меня на дух не выносят. Потому ты за меня не вышла. А ты думаешь, маме с папой приятно было, когда ты в 4 часа утра по водосточной трубе к ним в спальню влез? Я действительно перепутал окно. У мамы сердечный приступ случился. И после этого ты хотел родительской любви. Я хотел твоей любви. Она была? Куда делась? Растворилась. Среди шифона, шелков, бархата, ситца и других материй в недрах дома мод. Да у меня ничего не было тогда с Анастасией. Ничего. Ничегошеньки, ни кусочка, ни капельки. Эх, Стасик, Стасик, совсем ты не изменился. Ничего тебя не исправит. Ни милиция твоя, ни Анастасия, ни эта несчастная девочка-стажер, которая, судя по всему, тебя любит. Любит и страдает. Товарищи! В городе орудует банда, которая грабит людей, отнимает у них деньги на автомашины. Грабят вот по этому списку. На данный момент пострадало 3 человека. Один из них убит. Женщина пожилая. Сына ждала из командировки. Зверски убита. Нет. Вы что-то знаете? Я нет. Оставьте нас. Пойдемте, товарищи. Говори. Что? Я ничего не знаю. Как тебя зовут? Матюхина Вера. Ты комсомолка? Да. Говори. А что говорить? Все, что знаешь о банде. О банде я ничего не знаю. Это Олег у меня список попросил. Сказал, что хочет автолюбителям итальянские антенны предложить. Я и дала. Этот Олег тебе кто? Как его фамилия, домашний адрес, место работы? Он друг. Близкий друг. А больше я ничего не знаю. Даже фамилии? А зачем?
Что? Что с тобой? Это Бориса. Моего мужа машина. А где твой муж? Где нам искать Бориса? Я не знаю. Домой. К нему на работу. Надо что-то предпринять. Доверься мне. Если он не виноват, с ним ничего не случится. Веришь? А что мне еще остается? Можно мне идти, Анастасия Михайловна? Стой столбом, как стоишь. Зачем все это? Что, Анастасия Михайловна? Все. Кто это будет носить? Женщины? Где? Ну, на пашне, при посеве озимых? Или при укладке шпал квадратно-гнездовым методом? Можно на свадьбу. Или на праздник какой-нибудь, например, на 1 мая. Демонстрацию? Ну да. Исчезни, пока тебе в глаз не врезала. Здрасте. Привет. Ты похожа на кавказскую овчарку. Почему? Потому что манекенщицы твои, как отара овец. Такие же пугливые и бессмысленные. Овцы хоть шерсть дают. Слушай, ты бы помирилась с папой? А то вы оба как-то... Как-то? Одичали. Ты вон на манекенщиц бросаешься, а он вообще на всех. Ну, помиримся мы с ним, и что? Что будет? В отаре появится недостающее звено? Что ты имеешь в виду? Ну, как что? Овчарка есть. Овцы тоже. Не достает козла? Кстати, это он тебя послал сюда ко мне? Нет. Меня привела острая нужда. Дашь денег? Сколько? 15 рублей. Зачем так много? На удовлетворение низменных потребностей. Дашь? Спасибо. Мама, а за козла ответишь? Майор Тихонов, есть что-нибудь для меня? Подожди, подожди, сердце. Да, готов, записываю. Долгов, Савелий Ихтианович. Господи, что за отчество-то у них, язык сломаешь. Адрес. Пограничника Семенова, дом 19/3, квартира 74. Я записал. Выезжаем по адресу. А вы объявите в розыск таксиста Бориса Ушакова. Электросбыт. Не вызывали. У нас все горит и розетки работают. Снимаем показания счетчиков. Открывайте, гражданин, у меня кроме вас еще 15 квартир. Документы покажите. Не вижу. Так вы двери откройте, гражданин Долгов, и увидите.
Показывайте. Сейчас. Помогите! 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 Ты только не волнуйся. Да и ты не дергайся. Не буду. Я тебя знаю. Да? Откуда? Например, с квартиры, убитой тобой старухи. Мент. Ну, значит, познакомились, а теперь прощай. Руки в гору. Я ведь стрелял. Я знаю. Повезло тебе. Доброе сегодня. Почему ты ничего не сделал? Почему ты его не остановил, не арестовал? Он же убийца. Надо было сразу туда нестись, сломя голову. Как только стало известно, что в списке у преступников этот самый Савелий Долгов последний. Это же ежу понятно, что они попытаются еще срубить денег. А чем вы занимаетесь? Вы ведете душеспасительные беседы с любовницей одного из грабителей. У нас было задание выявить информатора преступников в автомагазине. Других заданий не было. А оперативная инициатива, а смекалка пресловутая, а творческий подход к порученному делу, наконец, где это все? В умственном ломбарде? У нас было определенное задание. А помочь вам не было возможности, потому что вы разделили опергруппу. Вспомните. Что надо? Мне ничего не надо. Вам человека из дежурной части прислали по делу таксистов-грабителей. Похоже на явку с повинной. Давай. Проходите. Боря, это он. Таксист? Муж. Здрасте. Здравствуйте. Что это с вами? Со мной нормально. С кем я говорить могу? Майор Тихонов. Бандит людей грабит. Людей, которые стоят в очереди на автомобиль. Ездит по городу и грабит. У него список есть. Он человека убил. Женщину пожилую. Это мы все знаем. Мы пока не знаем, какова ваша роль в этих преступлениях. Кто второй преступник и где его найти? Он нуждается в помощи. Вы что, не видите? Нуждается? Окажите. Я задал вопросы, жду ответов. Его Олег зовут. Пойдем. Не туда. Вот сюда. Такой порядок. Его Олег зовут. Фамилия? Не знаю. Где он сейчас? Не знаю. Ну, приметы, рост, возраст, цвет волос. Нет. Он страшный, большой, у него глаза. Какие? Страшные, убийцы глаза. Как же тебя занесло в компанию к человеку с глазами убийцы? Так нельзя, ему в больницу надо. У него может быть сотрясение мозга или другие внутренние травмы. Рентген нужен. Как вы себя чувствуете? Нормально. Говорить сможете? Могу. Елена Владимировна, у меня к вам просьба. Отведите, пожалуйста, Маргариту Павловну, ну, не знаю куда, в буфет, чаю попить или покурите. Нам нужно наедине поговорить, без эмоций. Да, гражданин Ушаков? Да. Борь. Иди, Рита, иди. Вместо пепельницы. Спасибо.
Ну, спрашивайте. О чем? Ваш же начальник послал допросить меня. Насколько я понимаю, Станислав Александрович послал мне успокоить вас. Успокоить? А я спокойна. И не угрожаю. Ни Станиславу Александровичу, ни вам, ни вашему счастью. А поскольку угроза миновала, я бы предпочла остаться одной, если это, конечно, возможно, в вашем заведении. В нашем заведении одной можно остаться только в одиночной камере. А что касается угроз, не беспокойтесь. Нельзя угрожать тому, чего нет. Вот как? Значит, я стала причиной вашей размолвки? Не обольщайтесь. Вы только повод. А причина сам Станислав Александрович. Скажите, что же он такого сделал? Что вы оказались замужем за таксистом? Во-первых, мой бывший муж – кандидат наук. А в таксиста он пошел, потому что нам нужны были деньги. Так что от Станислава Александровича я ушла к молодому, перспективному ученому. А что касается того, что сделал ваш начальник, ничего он не сделал. И никогда ничего не сделает. Никогда не сможет сказать «нет». Никогда не сможет бросить науку и пойти работать таксистом для того, чтобы зарабатывать деньги для семьи. Никогда не сможет определиться с тем, кого он любит, и любит ли он вообще кого-нибудь. Никогда не сможет уйти. Никогда не сможет вернуться. Как-то так, милая девушка. Простите, забыл, как вас зовут. Лейтенант Лаврова. Вы были когда-нибудь замужем, лейтенант Лаврова? Нет. Оно и видно. Герой, можно сказать. Если вдруг там стенку румынскую, югославское трюмо или диван, рококо без вопросов ко мне адрес знаешь. Он герой. А мне пора. Пропуск можно? Савельев. Герой. Без вопросов. Борь, как ты себя чувствуешь? Да плохо он себя чувствует. Совесть его мучает, как он утверждает. Нанял его убийца за 150 целковых, чтобы гражданин Ушаков его по адресам возил, где преступник людей грабил и убивал. Борь, что он говорит? Правду. Что со мной будет теперь? Да ничего с тобой не будет. Иди домой. Отдыхай от преступлений. Как? А вот так, как гласит уголовно-процессуальный кодекс, самый гуманный кодекс в мире. Соучастие-то тебе не пришьешь. Ты же согласился его только возить, а не старушек убивать. Так что подписывай протокол, подписку о невыезде и гуляй. Гуляй, если совесть позволит. Савельев. Я прошу подойти к моему столу и подписать, предварительно ознакомившись, протокол вашего допроса и постановление о запрете покидать пределы города Москва до окончания следствия. Я считаю, что вы совершаете ошибку. Уголовный кодекс, товарищ Тихонов, не ваша личная собственность, чтобы вы могли трактовать его, как вам заблагорассудится. Степень участия гражданина Ушакова в расследуемых нами преступлениях не очевидно, и до конца нами не выяснено. Вы сами говорили, что между преступниками произошла ссора, в результате которой директору мебельного магазина удалось бежать. Мы не знаем причины этой ссоры и была ли она вообще. Поэтому я считаю решение об освобождении Ушакова
ошибочным и усматриваю в нем личную мотивацию. Какую? Вы хотите помочь бывшему мужу, вашей бывшей возлюбленной. Подписал? Подписал. Проводи Маргариту Павловну и гражданина Ушакова. Не надо. Прямо до дома проводи. Вызови дежурную машину. Скажи, я приказал. Есть. Меня провожать не нужно. Зря ты так сделал, Станислав. Догони ее. Савельев, а почему они еще здесь? Где у тебя аптечка? В шкафу, где и всегда. Ну, здравствуй, Боря. Давно не виделись. Чего ты хочешь? Чего я хочу? Я много чего хочу. Всех проводил? Да. Елена Владимировна домой пошла. А Ушаковых я до самого подъезда, как вы велели. Ключ они у соседки забрали. А этого, пассажира-то, искать будем? Без нас найдут. Вся московская милиция на уши поставлена. Аэропорты, вокзалы, дороги, все перекрыто. Водка где? В шкафу коньяк. Попробуем дурачка. Хотя вряд ли. Но попробуем. Пьешь? Кто я? Да упаси Господи, у меня лицо сосна опухшее. Раздевайся. Как это? Брюки, китель, рубашку, галстук, фуражку, все это снимай. Да ну, да не на пляже ведь. Раздевайся. Хозяйка, пельмени сварить и то не может. Кто? Не знаю.
приставы. Сосед с 35-й квартиры. Спроси, чего надо. Чего надо? Штопор. Бутылку открыть. Скажи, что нет. Пусть внутрь пробку вдавит. Нет штопора. Пробку внутрь дави. Так не вдавливается. Застряло. А чекушки в долг не будет до завтра? Совсем охренел. Начал со штопора, закончил чекушкой. Шампанского с черной икрой тебе не надо? Руки вверх! Стреляю без предупреждения! Ты на меня ментов навел! Ранен, жив? Что молчишь, ранен? Да вроде жив. А ты? Цел. Приказ был? Я спрашиваю, приказ был? Нет. Так какого? Виноват. Перестаньте! Я умоляю вас! Да послушайте же вы! Если бы мы вызвали милицию, разве мы пришли бы домой? То верно. Пойди. Лиговой меня вычислили. Не получилось на дурачка. Пробуем на идиота. На лестницу. Александрович, товарищ майор, а можно без героизма? Сейчас не 41-й, проклятый год. Товарищ задирака, для нас, для ментов, каждый день как 41-й год. Подумай об этом на досуге. Или меняй профессию. На лестницу. Безобразие! Я сейчас милицию вызову, совсем обнаглели. Барабаны на лестнице почат. Ой. Пойдем. Гости пришли, полагается, встречать. Я пойду. Не надо, я пойду. Не бойся, ничего со мной не случится. Сейчас зарудаю, слизняки. Пойдем. Посмотри, кто там. Мужчина. Дура. Какой мужчина? Мент? В штатском. Мужчина. А, это ты? Я майор Тихонов из московского уголовного розыска. Ух ты! Хорошие пиджачки выдают теперь в Муре. Куртку я сам купил. Чего тебе? Поговорить, если получится. О чем? О судьбе твоей тяжкой. Чего же в ней тяжкого? Ждет тебя казенный дом и высшая мера социальной защиты. Расстрел. Тебе что за печаль? Разве я печален? Наоборот, я весел. Как никогда. У меня к тебе предложение. Говори, интересно послушать. Ты отпускаешь хозяина квартиры, женщину,
выбрасываешь ствол и выходишь с поднятыми руками. Как тебе вариантик? Не, не подходит. Как знаешь. Рита! 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 Рита, ты меня слышишь? Я была рядом с ним. Понимаешь? Рядом с ним. Я чувствовал это сердцем. Чего вы все меня бить-то повадились сегодня? В больницу. В больницу. Муж. Хо-хо. Ох, хо-хонюшки, хо-хо. Все так плохо? Все к лучшему. В этом лучшем из миров. Как любит говорить Ной Маркович. Хочешь, я его в бараний рог согну? За что? Найдем, у нас это не проблема. Так что же он все-таки сделал? Что у вас так? Ничего. В том-то и дело, он ничего не сделал. А почему в Ленинград? Город красивый. И от Москвы недалеко. Ночь на поезде, час на самолете. Буду чаще приезжать. Да-да-да. Что же это за комиссия, создатель? Быть взрослой дочерью отцом. Пап, подпиши, пожалуйста. Мне идти надо. Пусть будет так. А я заранее знал, что у вас ни черта не срастется. Но все равно жалко. Почему? Потому что я люблю его, мерзавца.